Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы будем продолжать играть в замечательную игру под названием Turmoil. Я рад, что она вам понравилась, рад, что вы даете мне советы по этой замечательной игре, друзья. Ну и напоминаю вам, что чем больше вы ставите лайков, тем быстрее выходит следующая серия, поэтому не забывайте, ребята, не забывайте. Так, ну что, давайте, наверное, прокачаем что-нибудь, купим какой-нибудь крот. Хотите приобрести этого милого крота, он будет копать для вас, но он немного своевольный. Слушайте, за 10 тысяч, не знаю, хочу ли я этого, я лучше лазу... Блин, может быть, на это накопить? Давайте накопим на сканирование. Я помню, что мне в комментариях даже кто-то писал про это, про то, что стоит попробовать, поэтому давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, банк, я там отдал же кредит свой? Да, вроде бы отдал. Так, а на фабрике можем ли мы что-нибудь интересное? Таймер, ответвление, размер? Да, я думаю, что просто накопим мы с вами на сканирование. Так, хорошо, аукцион, аукцион, уже добыто. Ой, а я уже поставил, да? Ну ладно, ничего страшного. Так, или не поставил? Нет, еще не поставил. Ладно, давайте тогда вот этот откроем. Почему бы и нет? Все свои разобрали, мы могли бы, наверное, перебивать как-нибудь, дополнительные деньги ставить, но зачем? Зачем, если можно просто поехать так? Так, 2000 долларов мы тратим и едем, в принципе, дальше. Что мы сразу же делаем? Ребят, я тут уже немножко даже подзабыл сначала. Так, давайте этого поставим сюда, этого сюда. Что-то я немножко совсем не играл и уже подзабыл слегка. Хорошо, сейчас они быстренько найдут нефть. Мы с вами поставим буровые. Сразу же купим повозочки, наверное. И можно будет уже спокойненько продвигаться. Так, давайте. Ну что вы так долго-то, ребят? У нас время-то идет. 30 июня все истекает. У нас всего-то с вами полгодика. Так, отлично. Есть буровая, ставим сюда. И как-нибудь вот так вот можно прокопаться, я думаю. Хорошо. Копай, копай. Крот, конечно, тоже интересная штуковина, я так думаю. Но, не знаю, пока что она мне особо не нужна. Все, что ли? Блин, слишком глубоко. Или нет? Мне почему-то... О, вот, вообще идеально получилось. Слушайте, не ожидал даже. Хорошо, есть у нас повозка. Куда мы можем? Пока что сюда давайте тогда. Пока что сюда пускай идет наша лошадочка. Да куда ты? Я же уже здесь прокопал, алло. Блин, вот дебильный, конечно, этот. И исчез он куда-то. Че за бред вообще произошел, я не понял. Ладно, давайте прокопаем. Может быть, реально здесь все равно что-то найдем. Но что-то мне кажется, это фейл какой-то получился. Ладно, что поделать. Бывает и такое, наверное. Здесь нифига не видно. Ну, можно, конечно, сюда еще одну поставить. Слушайте, ну можно, давайте попробуем. Будем вдвойне быстрее с этих добывать. Тогда сразу еще одну сюда ставим. Все, поехали. Тут, конечно, быстро будет нефть добываться из этой скважины, но это не очень хорошо, потому что она быстро закончится, а дальше что? Ну, в этом, конечно, есть определенный минус. Так, и одну давайте сюда. Что-то я не заметил, что у меня уже наполнилось. Все, по 0,8 они оба продают. Вообще кайф, очень даже удобно. Хорошо, этот все еще ищет. Слушайте, неужели так мало? Вообще на сканирование, конечно, надо копить, потому что что-то они совсем тупят, если честно. Так, здесь можно пока что сюда двоих отправлять, пока здесь цена получше. Так, этот уже нашел, хорошо. Может быть, ниже можно еще прокопать? Ну, не знаю, давайте пока будем отсюда вести. Может, ладно, давайте пока попробуем. А, достигнут лимит ответвления. Вот для чего, походу, и нужны были ответвления, ребята. Вот для чего, походу, они были нужны. Ну, ладно, ничего страшного, почему бы и нет. Тогда пока будем работать так, как есть. Но хотелось бы, конечно, побольше. Почему этот так долго не может ничего найти? По-любому же здесь наверняка... Давайте попробуем еще одного нанять. Поставим сюда куда-нибудь. Ну, совсем уже, может, он какой-то, не знаю, дурачок в семье родился. И поэтому не может найти ничего. Зачем он идет сюда? Вот, нет, серьезно, неужели нет на этом огромном... участки земли ни одной совсем скважины. Ну, или там месторождение нефти. Ох, ладно, ладно. Ничего с этим, конечно, не поделаешь пока что. 88, кстати говоря, может быть, пора бы уже сюда везти. Хорошо, отлично. Прям вообще идеально сработано, если честно. Давай. Так, ладно, надо еще одну вставить срочно, потому что я смотрю, здесь разлив нефти может быть, а за разлив такие штрафы, что вообще я разливать ничего уже не хочу, если честно. Так, здесь тоже уже начинается, да, перегрузочка. Третий сюда, блин, быстрее. Ладно, сюда мы точно уже успеем, и этот, наверное, успевает сюда. Давай, загружай нефть быстрее. Все, офигенно. Этот до сих пор найти не может при этом, да? Ох, какой же ты, блин, достигнут лимит тоже ответвления, сюда мы тоже отсюда ничего сделать не можем. Ладно, понятно. Так, ты давай сюда иди уже, ты чего? Не тормози, дружище, не тормози, пожалуйста. Давай, да усп... Ай, ну блин, ну почему ты так долго ехал? Ну что это такое, а? Обидно, обидно. А что поделать? Да ничего не поделаешь. Давай, скорее. Ну сюда таймеру хорошо успеваем. Может быть еще одну лошадь нанять, слушайте? Кажется, что проблемы какие-то сюда постоянно происходят. Так, ты-то успеешь? Алло, ну ты же уже здесь!
Чинаски, не бомби, все нормально, Чинаски. Ладно, держусь. Держусь, ребята. Ну, а это вообще супер странно. Он же уже подъехал. Почему он не начинает заливать свою нефть? Может, скорость какую-то надо вкачать для лошадей? Не знаю даже. Слушайте, вообще не хватает. Хотя у нас здесь все равно нефть уже почти закончена. Я даже не хочу покупать новую лошадь, потому что... Ну, конечно, сейчас опять разлив будет. Но, а с другой стороны, что поделать? Что поделать? Так, ты-то хорошо хоть успеваешь. Так. Ты что, серьезно? Ой, блин. Что за тупая лошадь? Почему он поехал туда? Ладно, хорошо. Собрались, ребята, собрались. Этот до сих пор ничего найти не может. Это вообще уже не удивительно. Так, давай ты сюда езжай. Забыл поставить тебе сюда флажок. Так, ладно, 2500. Мы, видимо, только две эти буровые сможем найти. Ничего больше здесь нету. Походу, это найти тоже не может ничего. Ну, такое, в принципе, тоже возможно. Я не знаю, но почему-то мне кажется очень маловероятно, что здесь вот эта одна штука... А, все, она уже закончилась, кстати говоря, даже. Слушайте, ну что, давайте, наверное, попробуем чисто на рандом. Чисто на рандом. Вот, не знаю, получится, не получится. Я потрачу немножко денег. Конечно, неприятно тратить, потому что это достаточно много выходит. Но вот если да, то просто вот этого товарища надо будет уволить. Уволить из жизни вообще. Так, 114, 105. Дорого, конечно, капец. Но, с другой стороны, что поделаешь. Слушайте, ну здесь, по-моему, вообще нифига нет. Если честно. Может быть, он и прав был. Но неужели на всей земле только вот этот участок нормальный? Если так, то, конечно же, я ошибся, но я не знал. Ну, похоже, что так оно и есть. Ладно, давайте, наверное, до 200... До 2500 мы сейчас потратим, и все. Я нашел! Я нашел! Я нашел! Давай, быстрее, 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 быстрее. Все, офигенно. И причем, я, кажется, нашел огромное месторождение, ребят. Давайте тогда, наверное, улучшим. Так, так, так. Я, конечно, понимаю, что это дорого будет стоить сейчас. Но я хочу, чтобы как можно быстрее нефть лилась. Все, все должны теперь туда ехать. Так, а, кстати говоря, может быть, здесь уже можно будет получше собрать. Так, 0,97, 1 доллар. Слушайте, по-моему, можно неплохо сейчас подзаработать. Ребята, не знаю, конечно, сможем мы до 2,5 поднять сейчас денег или нет. Но мне кажется, что здесь идет очень неплохой расклад. Можно было, конечно, еще одну сделать вышечку. 26 мая. Не, за месяц мы уже не успеем нормально заработать. Жаль, конечно, очень даже жаль. 84, 83, здесь 82. Плюс нефть дешевеет вообще не вовремя. Я даже не знаю, успеем ли мы отбить 2500, те, которые у нас были. Эх, последний месяц. Жаль. Конечно, в итоге он мог найти вот здесь вот где-нибудь, я бы прокопал вниз, и все было бы нормально, но что поделаешь уже, ладно. Кстати, давайте уже, наверное, сюда повезем теперь, потому что там хоть немножечко дороже, чем здесь. Все равно нефть падает в цене, но хоть здесь помедленнее падает, так скажем. Кстати говоря, нет, 2500 мы, наверное, все-таки отобьем. И, наверное, даже разлив сейчас уже будет, поэтому, наверное, надо сделать вот так вот. Я думаю, что на лошади мы потеряем меньше, чем на разливе, поэтому пофигу. Окей. Так, ну что, ребят, еще кто сможет, обязательно напишите, пожалуйста, давай, ну только успей, только успей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, так, ты сюда езжай, разлив, ой, точнее не разлив, если я делаю бассейн вот этот вот, резервуар для нефти, когда заканчивается все, когда заканчивается месяц, этот резервуар продается по какой-то цене или вообще можно его даже, ну его надо как-то, не знаю, там, выливать эту нефть на продажу или что-то такое делать. Не знаю, как правильно назвать это. Слушайте, ну $3000 мы, по идее, должны получить, если честно. Есть у меня такое ощущение, что 3000 у нас уже будет. Да, 3000 есть, и это уже не так уж... Ой, да ладно, да ладно. Да уж, ребят, если бы мы нормально все сделали, если бы у меня там был этот нормальный копатель, который нормально все просканировал. Офигеть, штраф за разлив. Что происходит? Что происходит? Всего лишь $1200. Я просто в самой, так сказать, попе. Здравствуйте, я дрессировщик Рейнер. Я забочусь о лошадях, слежу за тем, чтобы они были здоровыми. Заходите в конюшни, мы сможем помочь. Так, размер. Размер табуна. Счетчик. Счетчик. А счетчик что делать? Замечу у вас числом лошадей с помощью этого удобного счетчика. С одной стороны, это удобно, потому что я несколько раз уже забывал про это, но с другой стороны, тратить на это деньги вообще не хочется. Ладно, давайте просто поедем дальше. Но это вообще отстой, конечно, очень даже неприятно получилось. Ну, что поделать. На разливке... Надо все, надо побольше покупать лошадей и не париться. Куда мы теперь пойдем? Давайте сюда. Выберите участок земли, показывают, сколько на них было нефти. А, сколько на них было нефти? 42. Ну все, давайте тогда сюда.
Угу. Может быть, здесь между 42 и 44 что-то будет интересно. Все, поехали дальше. Поехали дальше. Я постараюсь теперь сделать все красиво, потому что, конечно, первый раз у меня получилось не очень. Так, сюда ставим. Сюда ставим. Давайте пока два, потому что, как показывает практика, эти товарищи вообще особо не понимают, что делают. Можно, в принципе, поставить вообще по центру и попытаться самому найти, но боюсь, что это будет проблемно и затратно. А так, может быть, что-то получится. Хотя фиг его знает, ребят, потому что, на самом деле, мы нашли огромный резервуар сами. Давайте попробуем куда-нибудь сюда поставим. Просто хотя бы попробуем что-нибудь прокопать. Может быть, что-нибудь и получится. Так, я вижу, здесь он... Здесь уже 100% есть, хорошо. И давайте вниз прокопаем. Так, а здесь куда-нибудь сюда. Может быть, что-нибудь найдем. О, вот уже нашли, офигенно. Сразу делаем две, наверное, эти лошадки. И сразу сюда все тащим. Так, и давайте сразу проапгрейдим трубу. О, смотрите, еще нашел. Как раз недалеко, ну-ка. Обалденно, вообще огонь. Так, у меня денег уже не хватает. Блин, у меня не хватает денег на еще одну повозку. Быстрее, быстрее. Так, ладно, вроде бы нормально. Вроде бы нормально, не паниковать, все хорошо. Но нужно побольше лошадей. Нужно побольше лошадей. Так, иди сюда, лошадка. Хорошо. И пока что вроде бы все достаточно успешно. Сейчас прокачаем еще трубы. Все, огонь. Огонь. Надеюсь просто, что у нас будет хватать лошадей, потому что мне сейчас нужно срочно... так, кстати говоря, одну можно сюда отправить. Нужно срочно больше лошадей. Продавай, 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 продавай. Есть, успели. Ставим сюда. Все, разлива здесь уже не будет. Или... Нет, вроде бы не будет уже. Слушайте, очень быстро наполняется. Так, еще одну сюда. Очень быстро наполняется все нефтью. Нужно как можно быстрее побольше лошадей. Так, что? Вы серьезно? У меня здесь две лошади. Блин, походу реально перегруз, ребят. Реально перегруз какой-то. Жесткий причем. Смотрите, у меня лошади не успевают даже собрать нефть. Что происходит? Жесть. Давайте быстрее, ребята. Я боюсь, что у нас сейчас опять штраф будет больше, чем мы заработаем. Чё за... Я вообще не подготовлен к таким вещам. Слишком много лошадей. Вот поэтому нужен был счетчик, ребят. Вот поэтому нужен был счетчик, потому что у меня здесь стоят полные эти, полные конюшни. Давайте все сюда пока что. Полные лошади стояли, просто ждали, поэтому нифига и не получалось. Ай, жесть. Мы сейчас столько денег потратим на штрафы. Столько денег потратим на штрафы. Просто из-за того, что я немножко затупил, так сказать. Ладно, давайте дальше копать, смотреть. Ай, прям жалко, ну прям реально обидно. Мне кажется, что мы могли сейчас очень неплохо заработать, но на штрафах мы сейчас очень неплохо потеряем, скажем прямо. Так, ладно, этот здесь сейчас соберет здесь, здесь уже все остальное тоже соберется. Давайте всех сюда, потому что смысла там уже нет ничего продавать. Найдем еще что-нибудь, не знаю, если найдем, то плюс, конечно, если... О, нашли. Огонь. Слушайте, вообще повезло, если честно. Давайте проапгрейдим тогда эти тоже трубы, чтобы у нас побыстрее нефть лилась. И поехали. Поехали собирать дальше. Здесь 0.36, здесь 0.75. Давайте тогда все пока что сюда везем. Посмотрим, что у нас там дальше получится. Здесь у нас еще достаточно много нефти. Больше я искать не буду. Этих двух месторождений, мне кажется, у нас вполне хватит. Осталось только теперь грамотно все сделать. Так, 30 июня. У нас время, в принципе, еще достаточно. Надеюсь, что мы перекроем, по крайней мере, штраф. Потому что иначе это будет вообще жесть полная. Так, здесь у нас пока что хватает. Может быть, мне понадобится еще одна повозка. Посмотрим. Так, здесь разлив уже может быть, поэтому давай скорее. Здесь тоже уже скоро, давай. 0.51, 0.52. Кстати, можно уже сюда везти. Давай, 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 давай. А это что? А что с этой лошадкой такой? Почему у нее красный фургон? Алло. Что с ним такое? Может, он прокачался или наоборот, он пострадал? На лошадку нефть вылилась или что вообще? Так, 46. Давайте побольше сюда. Вообще плохо, конечно, что так сделали. Ну ладно, ничего страшного уже. 0.72. Давай, блин, лошадка. Давайте еще одну. Уж проще купить реально, чем тратить на нефть. Точнее, на штрафы, потом на разлив. Все равно там немножко штраф вышел. Так, все, все 9 лошадей у нас теперь. Да хорош уже. Откуда здесь столько? Все, давайте побольше их купим еще. Не знаю, ребят, вообще жесть какая-то творится. Конечно, мы сейчас нормально заработаем, но сколько на штраф уйдет денег, я вообще не представляю. Может быть, рано пока я сделал эти апгрейды? Может быть, действительно надо сначала проапгрейдить объем наших лошадей и уже после этого апгрейдить трубы? Потому что что-то мне кажется, что они не справляются с этой задачей. Конечно, мы сейчас очень хорошо зарабатываем, очень много, но на штраф уйдет, ну, 1004, я думаю, ребята, реально, 1004. Поэтому все наши плюсы, так сказать, пойдут в минус. Ладно, посмотрим, конечно, но что-то эта серия пока что... Ну, надо учиться играть в эту игру, видимо, реально нужно учиться, пока что я не особо-то умею, но научусь. Реально, чтобы вам было интересно, я научусь. 30 июня, времени у нас еще много, кстати говоря, может, даже успеем еще что-то построить.
Пока что не знаю, можно пока просто поставить лазоходца, если что-нибудь найдет, то и хорошо. Не найдет, ну и фиг с ним. Так, ну здесь пока очень даже все идет четко. Может быть, вот здесь уже будет закончено скоро, потому что, я не знаю, здесь уже меньше половины, наверное, этот резервуар, а здесь уже еще наверняка дофига в нефти. Так, 8500. Слушайте, ну даже если будет 6000 штраф, а тут еще не покажут, нет, ничего не показывает. Если даже будет 6000 штраф, то мы уже 3000 заработали. В принципе, неплохо. Так, у нас еще 2 месяца есть. Так, и здесь у нас уже почти израсходовано все, да? Ладно, ничего страшного. Да, здесь уже все, здесь готово. Давайте пройдем дальше вниз. Может, найдем что-нибудь еще? Кстати, резервуар был огромный, смотрите. Вообще гигантский. Нефти здесь было, конечно, очень много. Ну ладно, смотрим дальше. Может, реально еще что-то найдется. Если не найдется, то и ничего страшного. Ну, может быть, интуиция меня куда-нибудь подведет все-таки. Давай, интуиция, не подведи меня, не подведи. Зря вы здесь, на самом деле, тусуетесь, ребята. Вы лучше бы сюда ехали мне помогать. 0.94, ой-ой-ой, а зачем я сюда-то отправляю тогда? Давайте все сюда пока что. 0.93, давайте все сюда. Продаем по 1.16. Да, уж слишком большая, мне кажется, уже вереница труп идет, но ничего не поделаешь. Давайте копаем дальше, смотрим, может, что-нибудь найдем. Так, 146. При этом 10 тысяч у нас уже монет, как бы долларов. Кстати, смотрите, нашли. И мне кажется, это тот же резервуар, который был и там. Есть у меня такое ощущение. Посмотрим, конечно, ну ладно. 25 мая, еще месяц у нас есть. Давайте проапгрейдим трубы. Мне кажется, я это сделаю не зря. Потому что, мне кажется, все это окупится. Так, все, проапгрейдили. Огонь, огонь. Ну что, поехали. По доллару мы все еще продаем, поэтому, мне кажется, у нас есть все шансы. Кстати говоря, смотрите, опять синие стали. То есть, может, реально у нас какой-то дебаф был, не знаю. Так, сюда можно уже некоторых отправлять. По доллару и там, и там. И здесь все, здесь становится выгоднее. Поэтому отправляем всех сюда. Хорошо, смотрите, опять стали красные. Не знаю, от чего это зависит, реально, не понимаю. Да, и похоже, что мы из одного резервуара качаем, потому что, смотрите, здесь стало становиться намного быстрее, все меньше и меньше нефти. И намного быстрее у меня лошади уже загоняются, они, наверное, реально устали, смотрите, еле ходят. Так, давайте, 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 главное, чтобы разлива больше не было, потому что это уже реально стрёмно. Так, по-моему, кончается, да? Да, походу, нефть здесь... Или не кончается, не знаю, но я вижу, что здесь уже какие-то пробельчики пошли, и здесь тоже, да, видимо, нефть уже почти закончилась. 13 тысяч долларов, ребят, если бы не разливы, мы бы сейчас столько заработали, наверняка больше всех. Реально, я думаю, что больше всех. Но так, по итогу, наверное, получится 1007 где-нибудь. Ладно, ничего страшного, опять же, всему как бы надо учиться, на ошибках я тоже учусь. Буду иметь в виду, что нужно как можно больше лошадей, как можно меньше разливов. Потому что штрафы за разлив, опять же, больше намного, чем стоимость дофигища лошадей, целого табуна лошадей. 15 тысяч. Кстати говоря, здесь вот был... Но вот почему он не нашел здесь? Вот почему? Это же было даже не глубоко. Хотя нет, он, наверное, все-таки находит вот именно вот на этом где-то режиме. А здесь вообще огромный резервуар был. Слушайте, ну неплохо, неплохо. Штраф был всего лишь 3 тысячи, и 12 тысяч мы заработали. Я думаю, что мы одни из лучших. Офигенно, ребят, 12 тысяч баксов. Просто огонь, просто круто. Привет, добро пожаловать в мой бар. Здесь вы можете расслабиться и поболтать с людьми. Они могут предложить вам интересные сделки. Ну-ка, какие сделки? С Кайлом поговорим. Надоели низкие цены, передайте мне немного наличных, и цена в компании Лева ни разу не опустится ниже 1,10 долларов? Слушайте, я могу предложить вам 50% скидки на эти огромные штрафы за разлив на один год. Просто... Мы это обязательно сделаем. Я думаю, что и то, и другое, ребят, это очень выгодное предложение. Думаю, что мы им обязательно воспользуемся. Кстати, мы говоря, лучшие пока что из всех. Поэтому думаю, что это сделаем уже в следующей серии. Спасибо большое, что досмотрели до самого конца. Вроде бы серия была не особо успешна, но мы при этом реально на первом месте. Поэтому ставьте лайк, если вам понравилось. Обязательно будет продолжение, если вы поставите достаточное количество лайков. Подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить следующее видео. Ставьте колокольчик и подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там вы сможете поболтать именно со мной. Ссылка на группу есть в описании. С вами же был Чинаски, я вас всех люблю и увидимся уже совсем скоро. До скорой встречи, дорогие друзья. Пока-пока.